Компания MAN Truck & Bus впервые за 20 лет представила полностью новое поколение грузовиков. Обновлению подверглись магистральные TGX, строительные бюджетные TGS, среднетоннажные TGM, а также легкие TGL. Для того, чтобы сконструировать новое поколение машин, немцы опросили более 700 водителей из 16 стран мира. Процесс создания и испытаний занял более 5 лет. Кабины остались прежними, но получили другие облицовку и интерьер. Кроме того, у флагманской серии появились новые двери и крыши. Полностью новый интерьер сохранил классическую компоновку. Более того, MAN посчитал, что тачскрин будет неудобен водителю, поэтому управление медиасистемой и другими второстепенными функциями выведено на вращающуюся шайбу. Еще одно нестандартное решение — блок кнопок на водительской двери. Чтобы включить, например, аварийку, водителю больше не надо забираться в кабину. Электронные системы базируются на новой архитектуре. Благодаря ней водитель располагает массой электронных помощников, а впереди — внедрение автопилота. Круиз-контроль теперь ориентируется на рельеф местности, а также получает данные по пробкам. Сама цифровая платформа построена по открытому принципу, чтобы расширить функционал удаленного мониторинга автопарка и прочих цифровых сервисов. Двигатели новинки отвечают эконормам Евро 6D. Внедрение новых силовых агрегатов, а также улучшение аэродинамики повысили экономичность на 8%. Но эта цифра справедлива только для машин, оснащенных сверхдлинной главной парой. В Европе новые маны уже доступны для заказа. В Россию новинка придет чуть позже и, вероятно, с менее прихотливыми моторами Евро 5.